Итак, друзья, мы приступили к сборке коробки на Биркете, Артикете 660. Значит, что мы сделали? То есть мы выявили сильный износ коробки, то есть мы нашли следы ударов, также ответные части у нас сбиты были. Коробки, шестеренки у нас были затерты полностью, то есть им не хватало закуситься. Вот вот старая шестерня, видите, в каком она состоянии, она сожрана, то есть ей не хватает. Также у нас кольца, которые стоят на шестерне, то же самое. Они у нас подтерлись. Образовался люфт где-то миллиметр. Поставили, купили новую шестерню, поставили новые кольца. Сейчас у нас зазора нет вообще люфта. Вот, купили новую звездочку заднего хода. Старая, новая, она сразу идет с подшипником. Соответственно, износ также можно увидеть, что износ сильный на звезде. Тем самым у нас при включении задней передачи не доходили звезды и происходил скрежет. Звездочка космически изношена, что одна, что вторая. Это у нас идет в мусор. Ответные части мы поставили новые. Также мы купили усиленную пружину в основной упаковке. Она более жесткая, то есть она будет более будет четче включать передачи. Вот такая пружина новая. И, соответственно, купили новую цепь. Все вместе ремонт коробки по запчастям обходится в 71 тысячу рублей. Это запчасти, так как шестерни дорогие. Одна шестеренка стоит порядка 24 тысяч рублей. Плюс доставка. Соответственно, выходит кругленькая сумма. Итак, друзья, приступили к установке шестеренок в Биркете 660. Напомню, у нас не включалась задняя передача. Вернее, она включалась, но при попытке надавить на газ у нас происходил странный звук в виде скрежета. Изначально мы подумали, что это у нас проблема с цепью, что она подрастянулась. Цепь у нас была изношена. Но помимо этого у нас были очень сильно изношены шестерни. Они недозакусывали, так как при выжимании задней передачи у нас получается шестерня выдвигается, но она выдвигается не полностью, а она еле цепляется. И соответственно при стирании данных шестерен, то есть раз шестерня, два шестерня, три шестерня, при их стирании соответственно у нас как бы зубы проскальзывали. Также у нас был установлен самодельный натяжитель, вот такой вот сваренный, он был тотально изношен. Мы купили новый оригинальный натяжитель, порт номер 2602078, вот в таком виде он, и соответственно будем сейчас устанавливать. Итак, друзья, установили новый успокоитель, цепь поставили, натяжитель, цепь не гуляет у нас теперь, натяжитель практически в стартовом положении. Все хорошо. Сейчас дальше будем закручивать успокоитель.
и пробовать устанавливать крышку и проверять. Итак, сейчас уже подготовлено все к установке крышки. Значит, обязательные моменты. Ребят, проверяйте затяжки всех болтов. Также важный момент — это шайба. Вот здесь вот должна стоять 1,6 мм, то есть уже которая до крышки доходит. В данном случае у нас шайбы не было штатной. Ее кто-то в предыдущий раз забыл поставить. И мы установили шайбу от автомобильного полуавтомата. Вот, она немножко как бы... Она того диаметра идеально, то есть здесь 16 миллиметров диаметр. И она немножко у нас как бы контрит. Вот, поэтому вот такая шайба по факту. Здесь должна быть тоненькая цельнометаллическая шайба. Ну, соответственно, здесь в моменте как бы там есть паз. Обязательно вставляйте в паз. И потом после этого затягивайте болт. Все, ставим крышку и проверяем задний ход. Ну что, друзья, собрали коробку. Сейчас у нас будет тут небольшой ремонт. Мы будем делать бампера на Articat самостоятельно из профилей. Поэтому капот снят. Сейчас будем проверять, как у нас работает задний ход. Ой. Снегоход. Назад он тоже едет. Операция прошла успешно. Все работает без нареканий. Снегоход отмыли более-менее, все у нас чистенько, потому что приезжал он к нам, конечно, приехал в матном состоянии. Здесь еще будет чуть перемываться финально перед выдачей клиенту. Сейчас поменяли масло, будем шприцевать еще и, соответственно, делать бампер. Друзья, снегоход готов к сдаче. Задняя скорость работает. Вот такой вот мы изготовили вот такую защиту, дабы больше не попадать в ДТП. У нас теперь усиленный кенгурятник, который идет прям в раму. Упирается. Он, конечно, от кустов и мелких веток спасет. Но если в дерево прилетит, то все равно он не спасет. В общем, выглядит симпатично. Все это сделано в Айвекс Гараж. Геометрия вся соблюдена.